Крутая все-таки штука дорога, сильная и удивительная. Она вытягивает человека из его окружающей среды, какой бы она ни была. Насыщенной или пустой, полной любви, либо печали. И сосредотачивает его всего, его эмоции и мысли. Небольшое купе поезда на время, которое непоколебимо. Это время просто создано для того, чтобы в спокойствии лучше понять самого себя, чтобы вспомнить прошлое, понять настоящее, ощутить себя в нем и двигаться вперед к своим мечтам и надеждам в будущее.